Добрый день, друзья! Сегодня сентябрьский обзор цен на автомобили разных марок. Обзор проводился в Шауляе, Каунасе и Клайпеде. В Клайпеде в информационных табличках не указан телефон продавца, он указан в описании этого видео. Jaguar XE 2017 года. 2 литра дизель, автомат, кожа, пробег 10 тысяч километров, цена 27 тысяч 500. Шевроле Камаро 2018 года. 2 литра бензин, автомат, кожа, пробег 22 500, цена 26 000. Ford Focus из Германии 2006 года, 2 литра дизель, механика, пробег 283 тысячи, цена 1750. Мазератти 2009 года. 4,7 литра бензин, автомат, кожа, пробег 85 тысяч, цена 18 тысяч евро.
From your house into outer space. Chevrolet Trax из Америки. В некоторых странах продается под названием Tracker. 2017 года, 1.4 бензин, автомат, комбинированный салон, пробег 35 тысяч, цена 12 700. Ford Focus 2014 года. 1 литр бензин, механика, пробег 84 тысячи, цена 7790. Chrysler 300C 2014 года, 3,6 литра бензин, автомат, кожа, пробег 61 тысяча, цена 10 800. Ford Taurus 2015 года, 3,5 литра бензин-газ, автомат, комбинированный салон, пробег 53 тысячи, цена 12 800.
Porsche Cayman из Америки. 2007 года, 2,7 литра бензин, автомат, кожа, пробег 22 тысячи, цена 15 500. Зачеркнута цена 21 тысяча, но что-то не верится, чтоб столько скинули. Hyundai Veloster 2013 года, бензин 1,6, механика, пробег 30 тысяч, цена 8 тысяч евро. Acura CL Type S 2001 года. Автомобиль из Америки. Бензин 3,2 литра. VTEC. Автомат. Кожа. Пробег 200 тысяч. Цена 4100. На зеркале заднего вида еще старая добрая запись. Объекты, отраженные в зеркале, кажутся ближе, чем находятся на самом деле. Dodge Challenger 2015 года, 5,7 литров бензин, автомат, кожа, пробег 140 тысяч, цена 20 400.
Chrysler PT Cruiser из Германии. 2001 года, 2 литра бензин, механика, комбинированный салон, пробег 195 тысяч, цена 1150. Chevrolet Cruze 2010 года. 2 литра дизель, механика, пробег 132 тысячи, цена 4800. Fiat 500L 2014 года, дизель 1.3, механика, цена 6790. Hyundai i20 купе из Франции 2018 года, 1 литр бензин, механика, пробег 13 тысяч, цена 8750. Ford Fusion 2016 года, 2,5 литра бензин, автомат, пробег 120 тысяч, цена 8800.
Jaguar XK8 кабриолет 2002 года, 4 литра бензин, автомат, кожа, пробег 93 тысячи, цена 13 800. Fiat Bravo 2008 года, дизель 1.6, механика, цена 2450. Пробег не указан, но судя по изношенности руля, большой. Chrysler 300S 2015 года, 3,6 литра бензин, автомат, кожа, пробег 90 тысяч, цена 14 800. На этом обзор разных марок автомобилей закончен. Смотрите нас, пишите комментарии. Если интересно, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. Всего доброго. До следующих обзоров.